На улице маршала Бирюзова продолжается строительство центра диспансеризации по модульным технологиям. Блок размещен рядом с поликлиникой и в скором времени сможет принимать до 60 посетителей в смену. Здание состоит из модулей отдельных комнат полной заводской готовности, которые сюда приходят уже в отделки, оборудованные и собираются в здание. Дальше устраивается кровля, фасады и подключается к коммуникациям. Решение о строительстве было принято губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым в феврале этого года. В медицинском учреждении будут предусмотрены все кабинеты для первичного прохождения диспансеризации. Принято решение здесь организовать работу одного кабинета МФЦ, что позволит нам разместить до 8 рабочих мест. И также хочу отметить, что здесь будет рентген. Здесь будет маммограф, то есть тяжелое оборудование, ну и врачи уже общей практики. Также здесь будут размещены. За 6,5 месяцев этот объект удалось возвести без отставаний в графике. На данный момент он находится на высокой стадии готовности. В рамках программы модернизации первичного звена, а также нацпроекта здравоохранения, строительство центра диспансеризации будет завершено в этом году. При этом территорию вокруг него благоустроят и приспособят для маломобильных групп населения. Екатерина Крамер, Фарид Харитдинов, телекомпания «Одинцова».